Большие доходы от кукурузы получат и в колхозе «Путь к коммунизму» на Дальнем Востоке. Дальневосточники в шутку называют свои поля кукурузной тайгой. А вот эти кадры наш кинооператор снял в так называемой зоне вечной мерзлоты в Якутии. Опыт передовых колхозов показывает, что если соблюдать правила агротехники, кукуруза дает хороший урожай даже в условиях севера. Якутии хорошо знают Александру Яковлевну Овчинникову. Народ доверил ей высокий пост председателя Президиума Верховного Совета Якутской АССР. Через несколько дней Александра Яковлевна будет вручать ордена и медали лучшим людям Якутии от имени высшего органа советской власти. Но у Александры Яковлевны заботы не кончаются в рабочем кабинете. Она любящая мать, ласковая бабушка и хорошая хозяйка. До 60 градусов достигал в эту зиму мороз в Якутске. В такие дни особенно много было забот у работников оруда. Они дежурили и в городе, и на переправах через Лену. От сильного мороза на реке лопнул лед. И чтобы не допустить несчастных случаев, орудовцы тщательно контролируют движение на этом опасном участке. В любую погоду, в любое время суток несут вахту люди, которым поручена охрана безопасности движения.